Анонс и точность выхода 137 серии турецкого сериала «Основание Осман». 137 серия сериала выйдет в эфир 22 ноября. Ранее в сериале мы увидели главного героя, который находится в пещере со своими воинами. Уверенным тоном мужчина говорит о том, что у тех, чье дело правое и чей путь – божественное слово, всегда будут враги. Осман Бей находит золото и относит его монголам. Очередная встреча с ними доказывает Осману, что эти люди те, кому никогда нельзя доверять. Они передают его. Осман Бей задерживает Акчесуна. Он приставил кинжал к шее мужчины. Но как он поступит дальше? Он руководствуется словами, которые услышал от Юнуса Амре. Тот говорил ему брать палку и бить врага, добиваясь справедливости. Без сожалений, султан убивает командира монголов. Они быстро уходят оттуда. Но их не захотят так просто отпускать после того, что они сделали. Султану Осману и его людям придется устроить засаду для монголов и вступить с ними в сражение. Уничтожив силы врага, они вернут себе отобранное ранее золото. Якуб Бей перебирается в Винишхир под предлогом беспорядков. Это становится последней каплей, которая переполнила чашу терпения султана. 137 серия сериала выйдет в эфир 22 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.